Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем-всем здравия и здравомыслия! Мы из нашего сердца посылаем каждому сердцу на земле свет божественной любви и посылаем всем пожелания мира и добра. Сегодня у нас будет агрогороскоп посева семян огурцов, кабачков, также будут бахчевые и тыквенные культуры в апреле 2022 года. Я неспроста вам сразу же показываю вот этот своеобразный гороскоп. Это положение планет на апрель-май месяц. Вот с этим, положением в определенных знаках мы всегда определяем для себя, какой период будет хорош для посадки уже рассады огурцов. Мы выращиваем в теплице огурцы. Это неотапливаемая теплица. И уже имеем такой опыт, что если раньше мы высаживали в конце апреля, это у нас 2022 год, мы сделали вот такую схему, чтобы можно было определить, когда же все-таки будет тепло и можно будет высаживать вот эти теплолюбивые растения. Но в первую очередь будем говорить об огурцах и кабачках, которые будем выращивать в теплице неотапливаемой. Еще раз делаю акцент. И для этого нам надо в 3 недели, чтобы семена проклюнулись, проросли, будет перевалка. Ну и в мае месяце мы обычно уже последние годы, из-за того, что холодный период апрельский, вот этот, который раньше был теплым, но вот сейчас он холодный, и мы высаживаем где-то после 5 мая, 10 мая, вот такие периоды. И вот этот календарь своеобразный, он нам показывает, что в этом году та же самая ситуация будет. У нас Плутон в Козероге, это холод. Нептун в Рыбах. Уран в Тельце, это долгий период, он уже не первый год. А вот Сатурн в Водолее, ветер и холод, это тоже будет. Солнце будет находиться уже, сначала будет вот в апреле в Овне и уже... Далее будет в Тельце, будет последняя декада в Тельце, и май месяц тоже в Тельце. Ну вот смотрите, Венера, Юпитер, даже Марс, и то будет в Рыбах, черная луна в знаке воды, в Раке. Единственное, что белая луна в Водолее. И получается, что этот период будет холодным, конец апреля. Вот он, и воды много, просто смотрите, очень много воды. И здесь у нас много воды. Нептун в своей стихии любимой в воде. И получается, вода дает холод. И тепла здесь не видно. Что мы можем сделать в мае месяце? А в мае месяце мы можем выбрать, мы будем более детально говорить, вот эти уже периоды. Период где-то после 5 мая, 10, 11 мая, когда можно высаживать будет вот рассаду уже огурцов. И что делать, да, кстати, кабачков, каким образом рассчитать, когда можно посеять семена на рассаду. Вот мы подготовили для этого уже вот такой агрогороскоп. Мы говорили о лучших днях уже первая половина апреля, вот 3 апреля, 4 апреля, это прекрасный период, когда солнце будет в 14-15 градусе Овна и растущая луна в Тельце. Более полная характеристика этих градусов, чтобы не занимать ваше время, у нас находится в агрогороскопе для посева баклажанов, помидоров и перца. Поэтому я не буду здесь останавливаться. Напомню только, что еще 7 апреля можно с 19 часов сеять до конца суток и 8 апреля все 24 часа. Здесь тоже солнце в просто замечательных знаках для посевов. Для того, чтобы получить хороший урожай, это 18-19 градус Овна, а также растущая луна в знаке Рак. Вот я искала вот этот период, один еще период. Обычно мы после 15 апреля, вот где-то уже лет 5, высеваем на рассаду семена огурцов. Вот это в первую очередь нас интересует, ну и кабачки. Будет, конечно, посев кабачков тоже в этот период и чуть позже для открытого грунта. Но вот, кстати, здесь же можно и сеять для теплых стран семена арбузов, дынь,
а также других тыквенных и бахчевых культур, то, что у вас есть. Просто вот я выбрала для себя, потому что для нас очень важно к тому моменту, чтобы где-то к 9 мая посадить рассаду уже в теплице, нам нужен вот этот период второй половины апреля. К сожалению, там вот будут и солнце в знаке, совсем не подходящим для нас, и будет в это время и здесь убывающая луна, глубокая убывающая луна, нам не подходит. Урожай такой скудный, мы уже сколько раз перепробовали, ничего хорошего не выйдет. И вот мы нашли сразу же после сожженного пути полнолуния, здесь уже энергии устаканились, успокоились. Смотрите, есть такой день один у нас. 18 апреля с 20 часов до конца суток. К сожалению, только вот такой период. Что здесь очень важно? Пересмотрела, все переискала. Смотрите, солнце в 29 градусе Овна. Это 29 солнечный день первого солнечного месяца. И луна убывающая в знаке Скорпион. Прекрасное время в Скорпионе. К сожалению, это вот кусочек такой. Полнолуние у нас 16-го. И здесь будет уже выход из сожженного пути полнолуния. Что дает нам 29 градус Овна? Я в первую очередь смотрю солнечный календарь. Да, это стихия огня и управитель Марс. Плюс Скорпион, луна в Скорпионе. Очень хорошее сочетание для того, чтобы огурцы были здоровы и не болели. 29 градус Овна связан с завершением цикла знака Овен. И начинается в это время воздействие знака Телец, в который Солнце будет заходить уже 20 апреля с 5 часов 24 минут. Замечательное как раз наложение энергии Тельца на энергию Овна. Нам это подходит. Далее расшифруем знак, градус, 29 градус Овна. Есть такая расшифровка, это труд, напряжение, успехи, предприимчивость, а также умение осуществить прекрасный идеал, идею какую-то или план, а также это время сонастройки с космическим порядком. Это как раз то, что сейчас проходит наша Земля и все человечество, сонастройка с космическим порядком. И мы можем использовать вот этот период 18 апреля с 20 часов до конца суток для того, чтобы посеять также семена огурцов и всех других теплолюбивых растений. Вот используя я сейчас весь вот такой календарь, вот этот агрогороскоп, вы можете скопировать. Вот этот период можно, эти периоды использовать для посева, для того, чтобы растения были здоровы и вы получили хороший, добротный урожай вот этих прекрасных овощных культур. Ну вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Я вам доказала, показала, как я высчитываю. Я плюсую к дню посева 3 недели для огурцов, чуть больше для кабачков. Ну и, естественно, больше где-то месяц при перевалке для тех других культур теплолюбивых. Можно будет и в апреле, вот это 18 апреля, можно использовать для тех, кто будет выращивать в укрытиях или же в теплицах любимые теплолюбивые культуры. А тот, кто будет выращивать в открытом грунте для рассады, будут, для посева семян на рассаду, будут другие периоды. И это будет уже май месяц. Об этом мы будем говорить уже позже. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами агрогороскоп посева семян огурцов, кабачков, тыквенных и бахчевых культур в апреле 2022 года. Время киевское. В это время и московское, оно равняется, оно одинаково. Что ж, Раиса Гринченко, Александр Волик подготовили для себя, в первую очередь, этот агрогороскоп. А также мы делимся со всеми вот этим опытом, знаниями, чтобы и у вас все прекрасно получалось. Поэтому желаем вам крепкого-крепкого здоровья и успехов, и удачи вам, и хорошего вам, добротного урожая. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале.